обучає природу, теплий вітрик заря, журавлиная песня, змілоти і весня, зацвітають пролески, пригажує земля. Вечер, Гомель. Вот такой широкой, светлой белорусской песней открыл сегодняшний эфир ансамбль «Ветковчанка». Завтра, 24 мая, День славянской письменности и культуры. Отмечается он в день памяти равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, которые считаются создателями старославянской азбуки. Ну а нынче вечером мы полистаем современные книги для детей и взрослых. Узнаем, сколько лет собирал материал для своей книги легендарный игрок клуба «Что, где, когда» Леонид Климович. И напишем небольшой диктант по белорусскому языку, чтобы проверить свой уровень грамотности. Присоединяйтесь к нашему разговору в Вайбере, его номер на ваших экранах. Звоните к нам в студию 34-22-43, задавайте вопросы гостям и расскажите, какая ваша книга любимая и как вы учились читать. Ну а для начала я хочу познакомить вас с руководителем народного вокального коллектива «Ветковчанка». Наталья Якса. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Вы представляете регион, который известен в том числе рушниками и старинными книгами. Вот скажите, почему ветковчане так любят свою малую родину? Почему они так гордятся теми достопримечательностями, которые есть на ветковской земле? Ну, я думаю, Елена, что вы практически уже частично ответили на этот вопрос. Поскольку Ветка все-таки очень богатый край своей старообрядческой культурой, своими рушниками, своими фольклорными этнографическими своими песнями. И самая главная достопримечательность – наш знаменитый Ветковский музей, в который приезжают гости даже из-за границы. Специально в Ветку приезжают, чтобы посетить наш музей. Музей старообрядчества и традиционной белорусской культуры.
И... Скажите, пожалуйста, вот прямо сейчас для наших телезрителей, какая книга самая древняя в Ветковском музее? Сколько ей лет? Ну, насколько я знаю, это начало 16 века, Евангелие книга. И это именно рукописное издание. Но есть еще и немножко более поздний период, тоже первопечатные книги. Книга «Апостол» Ивана Федорова и также «Евангелие». Но это все можно увидеть в музее. Да, это все можно увидеть. В музее собрано более 500 изданий вот этих книг, знаменитых книг, древних таких. Это гордость нашего музея. А еще музей наш славится древними иконами, старинными иконами. Спасибо, Наталья. А еще Ветковская земля славится тем, что на ней живут прекрасные люди. И наверняка не одно десятилетие уже существует ансамбль «Ветковчанка». Расскажите о нем. Как давно он существует? Ну вот, совершенно недавно, в ноябре 2017 года, мы отметили свой 40-летний юбилей. Это была очень интересная встреча, было замечательное мероприятие, на котором встретились два коллектива, два состава. Первый состав, который стоял у истоков, и нынешний состав «Ветковчанка». Самое интересное, что в нашем коллективе до сих пор поет человек, который стоял у истоков. Это Галина Деткова. Очень она здорово. Начинала, да. Более 20 лет Елена Беспалова, Тамара Воинова. Где-то 17-18 лет уже Надежда Сахарук. Я 19 лет руковожу, вот она со мной пришла сразу в коллектив. Елена Чернышова, Андрей Карелин, Нина Карнаухова и Ирина Скрябина. Это они более 15 лет. То есть нельзя сказать, что кто-то к нам сейчас пришел. У нас уже коллектив сложился, очень такой постоянный, крепкий коллектив. И я считаю, что главное все-таки это, что коллектив уже сумел добиться чувства ансамбля вот за эти годы. Так что менее 15 лет у нас никто не поет. Все... Вы знаете, Наталья, я хочу поаплодировать участникам коллектива и призвать к этому гостей. Девочки, эти аплодисменты вам. Наталья, как определяете то творческое направление, в котором двигаетесь все эти годы? Ну, это фольклорное, это современные белорусские песни. Вот мне кажется, что очень разнообразный репертуар. У нас репертуар действительно разнообразный, но начну с того, что «Ветковчанка», как правило, все мероприятия практически города и района «Ветковчанка» озвучивает тематическими песнями. А мы живем в Белоруссии, мы должны знать белорусские песни, белорусские народные песни белорусских авторов. И это основное начало вот именно нашей направленности – белорусская песня. Недаром у нас и костюмы белорусские. Мы стараемся, хоть поем русские, конечно, и берем пример с таких знаменитых коллективов, как «Воронежские девчата», с нашей знаменитой белорусской «Беседы». Пытаемся на них быть похожими, равняться. Вот. Но все-таки главное – это белорусская. Белорусская направленность нашего пения. Очень важно, что вы сохраняете все-таки свое лицо, свой характер ветковский. Это очень-очень важно. Спасибо, Наталья. Дорогие друзья, завтра День славянской письменности и культуры. В Болгарии, кстати, это официальный государственный праздник. А знают ли о нем гомельчане? И какие проекты затевает библиотека, чтобы наши жители от мала до велика были в курсе? Спросим об этом у библиотекарей Гомельской областной универсальной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина Светланы Крыловой и Кирилла Киселя. Добрый вечер, Светлана, Кирилл. Добрый. Здравствуйте. Хэштег «Читай Гомель» над входной группой библиотеки, которую я видела буквально несколько дней тому назад, вероятно, подсказывает гомельчанам о мероприятиях в ближайшие дни. Совершенно верно, Елена. И вот буквально
можно посмотреть либо на вот эту афишу, либо, возможно, на экране, зайти в нашу группу ВКонтакте «Ленинка» и ознакомиться полностью с программой. Вся площадь возле фонтана, библиотечный дворик будет разбиты на определенные тематические площадки. Когда, Светлана? 27 мая, 27 уже в это воскресенье, вот. Где можно будет и познакомиться с современными детскими писателями и людьми, которые пишут для взрослой аудитории, поучаствовать в квестах, стать экспертами в научных дебатах, да, также, скажем так, купить для себя что-то, то, что будет интересно ручной работы, либо приобрести книги от издательств Беларуси. Ну и, познакомиться, проконсультироваться наверняка, верно. Да, что же можно взять для себя на заметку, да? Да, и отдохнуть, и, скажем так, немножко узнать что-то новое и в книжном деле, и, собственно, приобрести новых друзей. Это очень важно. Кстати, я хочу еще чуть больше сориентировать зрителей. Вот читателям каких возрастов будет интересен этот фестиваль? Ну, в первую очередь, как можно видеть из программы фестиваля, здесь... Ну, многие просто не успели еще рассмотреть. Есть мероприятия для очень широкого круга читателей. Есть ориентированные исключительно на детскую аудиторию, есть ориентированные на взрослую. Но каждый житель города Гомеля, посетивший фестиваль, найдет что-то свое, что будет интересно именно ему. И мы старались, готовить фестиваль, охватить наиболее широкую массу людей, жителей города Гомеля. Я поняла. Значит, 27 мая областная универсальная библиотека, попросту говоря, Ленинка, да, как ее и называют. Пожалуйста, приходите, будет очень интересно, обещают Светлана и Кирилл. Ну, а сейчас такой момент. Значит, нашей программой принято обязательное условие. Наличие вопросов в передаче для наших зрителей. Светлана, я надеюсь, что вы не оставите наших зрителей без вопроса. Я знаю, что вы его подготовили. Для этого я приглашаю вас пройти к этому столу. Пожалуйста, проходите. Ну, а теперь, собственно, вопрос. Уважаемые зрители, будьте внимательны. Итак, вопрос. Обратите внимание, пожалуйста, на этот прибор. Вам нужно будет дать одно из названий этого прибора и определить его функцию. Будьте добры, пишите, отвечайте на вопрос, и вас ожидает подарок. Да. Только не пишите. Вайбер мы... не принимаем ответы. Вайбер мы просим отвечать нам на вопрос, какая книга самая любимая. А вот звоните, пожалуйста, уважаемые телезрители, по телефону 34-22-43. Отвечайте, что же это за аппарат. Я представляю, как напрягся сейчас Леонид Климович, который сидит в нашей студии, хотя он показывает, что уже знает ответ. Леонид, приберегите его хотя бы до второй части нашей программы. Дорогие друзья, тот человек, который первым ответит правильно на заданный Светланой вопрос, получит подарок. Вот такую замечательную книгу из серии «Особы» Владимир Липский. Причем эта книга с автографом автора. Достойно. Светлана, ну что ж, давайте дальше обсуждать. Классическая библиотека – это передача знаний. Прекрасно, когда этот процесс постоянно совершенствуется. Скажите, пожалуйста, вот как сейчас изменяются книги? Я знаю, что вы можете на вот этих прекрасных примерах продемонстрировать нам, вот как идет процесс изменения книг и чем хотят удивлять издатели. Ну вот мы подготовили такую небольшую серию книг разной тематики, в которой можно не только почитать и узнать что-то новое по определенной тематике, но и познакомиться с копиями документов. Как, предположим, вот этот... То есть прямо китайский... в книге, в каких-то конвертах, да. Лежат вот подобные вещи. Вот это китайский паспорт начала 20 века. Очень здорово, да. Вот такой подержать. Интересный. Да, во-первых, можно подержать, плюс при помощи книг можно еще научиться писать китайские иероглифы. Или, предположим, карта, копия карты, но для того, чтобы
сравнить ее с оригиналом, нужно прийти в библиотеку, взять, соответственно, книгу и сравнить. Возможно, узнать что-то еще новое непосредственно из книги. Но это только одна из серии. Одна из книг. Например, так. Интересная книга о Леонардо да Винчи. Всем известен этот итальянский изобретатель. Также он был и новатором в медицине. Все его медицинские записи, как здесь можно видеть, они не как мы привыкли писать, а написаны наоборот. То есть в зеркальном отражении, да. Я понимаю, да? Более того, можно не только посмотреть книги, познакомиться с какими-то копиями документов, но и самим попробовать и писать, и читать в зеркальном отражении. Ну, а мы научим, как изготавливать. Это на мастер-классах в библиотеке, да? Да, да. А что же это за материал? Это кусочки кожи? Это кожа, овчина. Овечья кожа. Собственно, мы научим, как переводить на различные материалы изображения, как читать и писать челобитные. Светлана, не хотите ли вы сказать, что вот это делали взрослые или дети самостоятельно, или это образцы из книги? Нет, это мы сделали своими руками, и при желании каждый сможет тоже научиться. Очень здорово. А я смотрю, вот здесь есть белорусская книга. Да. Код Франциска Скорины. Угу. Это вот самая, скажем так, последняя книга, которая поступила к нам в музей редкой книги. И мы хотели бы рассказать о ней еще не только потому, что известный деятель Беларуси, но и потому, что сейчас очень модно направление теории заговоров или, вот, предположим, направление изучать свою геральдическую ветвь. Да? Здесь предлагают авторы изучить, скажем так, род Франциска Скорины, познакомиться с его деятельностью. То есть читатель становится исследователем. Совершенно верно. В сопровождении с такой книгой. Спасибо. Да. А что же это за прекрасное издание яркого красного цвета, которое всех нас заинтересовали? Из серии, в которой присутствуют вкладыши интересные, вот, например, такая книга. Она будет очень популярна среди тех, кто жил в Советском Союзе. Она... Вы знаете, нет, Кирилл, она, наверное, будет интересна даже тем, кто родился уже после того, как существовала страна СССР, но родители много рассказывали, бабушки, дедушки. Есть вкладыши? Продолжайте. Есть вкладыши, например, вот связанные с Олимпиадой. Это билетики это какие-то, да? Проездной талон. А, проездной талон, здорово. Открытка. Или там билеты в кино. Да? Да. Также вот есть такие афиши советских фильмов. «Всем знамениты», например. Очень здорово. Спасибо, Кирилл. Но прежде чем вы подготовитесь рассказывать о следующей книге, я предлагаю вам послушать нашего телезрителя, который дозвонился. Вероятно, у него есть ответ на ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Светлана, очень приятно. Скажите, какая книга у вас любимая? У меня есть, в принципе, одна из любимых книг. Это автор Иван Ильичев, автобиографии Анны Герман. Прекрасно. Здесь вы можете... Это биография, да, извините. Да, спасибо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы готовы ответить на тот вопрос, который задавала Светлана? Вы знаете, что это за агрегат? У меня есть предположение. Я не уверена, но я могу предположить. Пожалуйста. Возможно, это печатный станок. Печатный станок? Ну, или да, устройство вот именно для печати. А как называется? Здесь, к сожалению... Здесь очень важен... Уже мне сложно. Здесь очень важен... Важно это слово, название. Кстати, хотя несколько названий. Хотя бы одно. Потому что функцию вы, по сути, назвали правильно. Близко, да. Нет, тогда... Ну, секунду, думайте, я хочу спросить у Светланы. Вот до какого года, 20 века, ну, приблизительно, до какой поры пользовались этим аппаратом? Ну, вот данный аппарат сделан был в 61-м году. 1961. 1961, да. То есть совсем недавно. Да, и был, собственно, действителен и... применялся в нашей областной библиотеке, а вот был снят уже, собственно, с момента, когда появились копировальная техника современная. Так, Светлана. И еще такая подсказка.
или интересный факт про этот аппарат, что они находились не только в библиотеке, они могли находиться в разных учреждениях государственных, но они все обязательно были на учете в Комитете государственной безопасности Советского Союза. Да что вы, Кирилл, говорите? Так, это тоже подсказка, кстати. Да. И хранились в особой комнате с железной дверью. Можно сказать, за семью замками. Так, да, действительно так. Судя по всему, наш телезритель так и не предложил больше версию. Ну, ответ на пол, по сути, на половиночку вопроса. Спасибо вам большое за вашу версию. Возможно, вы догадаетесь, перезвоните нам еще. Ну, вопрос для зрителей актуален. 34-22-43. Кирилл, давайте про следующую книгу. Кроме того, мы рассказали про книги, которые были интересны взрослым, но в нашей библиотеке есть книги, которые будут интересны детям. Например, вот эта книга на английском языке, изданная в Великобритании, от очень популярной вселенной «Звездных войн». Поняла. Там прекрасные, интересные отгибаются элементы, детали, да? Да. Дети очень любят. Я смотрю на Федора, который сегодня присутствует в нашей студии, он кивает, да, вот такие книги я люблю в том числе. Да, Федор? Точно. Очень здорово. Эти книги можно почитать в отделе иностранной литературы Гомельской областной универсальной библиотеки. Спасибо, Кирилл. Скажите, ребята, а кто посещает сегодня библиотеку и особенно какими книгами интересуется? Ну, вот что касается нашего отдела редкой книги, естественно, к нам приходят за литературой в помощь учебе, научно-исследовательской деятельности и, скажем так, люди, которые интересуются историей, интересуются какими-то родословными, либо просто им интересно для своего какого-то понимания, для расширения своего кругозора. Информация, которую очень сложно найти в интернете. А что касается других отделов, конечно же, приходят студенты, работают с базами данных. Любители традиционных книг приходят почитать художественную литературу. Так что, в принципе, люди разные приходят в библиотеку, и у каждого есть свой интерес и есть свой запрос. Спасибо большое. Я хочу всем телезрителям напомнить 34-22-43 номер нашего телефона. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы нашим гостям и отвечайте. Что же за агрегат сегодня в студии «Добрый вечер, Гомель»? Мне подсказывают, что есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вас как зовут? Владимир. Владимир, вы читать любите? Да. Это прекрасно. Владимир, у вас есть ответ на наш вопрос? Или вы хотите рассказать, какая ваша любимая книга? Нет, я хотел попробовать ответить на вопрос. Попробуйте ответить на вопрос. Ну что ж, 3, 2, 1, говорите. Я думаю, это... Простите, мы не услышали. Еще раз. Владимир, давайте третья попытка. Не услышали, просто... Он сказал гектограф. Гектограф? Гектограф? Да. Ну да, копир. Копир, так. Ну это вот самая распространенная фраза. Так, Ну мы засчитываем или нет, Владимиру, Светлана? Не совсем. Нет, нет. А гектограф? Нет, нет, нет. Вы знаете, граф, да, правильно, но вот первая часть, не гекта, а Леонид Климович знает и улыбается. У него даже несколько версий есть, как обычно. Владимир, ну чуть-чуть не дожали. Если вспомните, звоните. Возможно, подскажет Томас Эдисон. Томас Эдисон. Томас Эдисон, изобретатель этого агрегата, да? Он имеет непосредственное отношение. Я думаю, сейчас быстро люди сориентируются и почитают о изобретениях. Абсолютно точно. Дело в том, что прямо сейчас у нас реклама. Дорогие друзья, 34-22-43 по этому номеру можно дать правильный ответ на вопрос, который представила Светлана Крылова. Thank you.
звезды верхней. Будь баба хороша, дед бабу полюбил, что баба хороша. Дед бабу полюбил, что баба хороша. И крывая, и слепая, я все там узлая. И кричит, и бурчит, против деда не сможет. И кричит, и бурчит, против деда не сможет. Собирайся, бабка, у новое белье. Я ж тебе поведу с собой на веселье. Я ж тебе поведу с собой на веселье. Взял же ж дед бабку под белую ручку. И спихнул дед бабку с моста у речку. И спихнул дед бабку с моста у речку. Теперь бабка кайся, крошки покупайся. А я бабка узвене, то детки им подпикне. А я бабка узвене, то детки им подпикне. Пришел дед до дому и пошел ложиться. Ох-ох, дай бог, не буду жениться. Ох-ох, дай бог, не буду жениться. Раздумался детка, удал он теплеша. Коли буду жить здоров, а жениться еша. Коли буду жив здоров, а женюся еша. Дорогие друзья, завтра отмечается День славянской письменности и культуры, ну а сегодня вечером мы говорим о книгах для детей и взрослых и слушаем душевные песни, веселые песни, юморные песни ветковской земли. У нас в гостях руководитель народного вокального коллектива «Ветковчанка» Наталья Якса. Наталья, скажите, пожалуйста, все ли участники коллектива профессиональные вокалисты и музыканты? Профессиональные музыканты есть в коллективе. У нас двое есть профессиональных музыкантов. Это Андрей, он духовик, руководитель эстрадно-духового оркестра. И Елена Беспалова, она инструменталистка. Остальные все, но вокалистов профессиональных, профессионалов нет. Бог наградил их замечательными голосами, а уже умение петь в ансамбле, они их объединила белорусская народная, любовь белорусской народной песни. И вот... Богата талантами ветковская земля. Вот вы говорите, что их объединила любовь к белорусской песне. Но ведь я знаю, что ансамбль многонациональный. Здесь не только белорусы. Это правда? Вот как вы работаете с белорусским материалом? Это правда. С белорусским материалом мне пришлось, наверное, труднее всего, потому что я приехала в 98-м году и сразу попала на руководство этим коллективом. Я училась белорусскому языку именно на песнях. Ну, кстати, сейчас уже разрабатывается. Откуда приехали? Приехала с Крыма. Вот так. Со мной приехала Надя Сахарук. Она тоже учила, да, даже у нас был такой анекдотический момент. Мы учили, как раз пели песню «Текла речка», там в быстром темпе, и надо было выговаривать. А для нас белорусский язык, это был так вот, мы с ней запирались и учили. «Текла речка под мосточком голубые хвали». Это было настолько, понимаете, смешно, вот, и страшно. Как же, как скороговорки. Как скороговорка, а мне надо было руководить, показывать партии коллективу. И поэтому... Ну, приходилось, девчата, конечно, белорусы наши, помогали, они мне помогали переводить, они объясняли, и у нас с Казахстана есть люди, есть с Украины, поэтому все учили, мы учили белорусский язык, на песнях учили. На песнях и на книгах. Скажите, Наталья, какие книги читаете вы? Ну, чтением белорусских книг я не могу похвастаться, я не читаю. Вот. И если честно сказать, в общем-то, я уже не столь читаю, сколько перечитываю. Тот материал, который накопился, я небольшую библиотеку накопила. Ну, в общем, мне нравится Колин Макалоу, поющий в терновнике. Мне очень нравится Драйзер, его трилогия «Финансисты танцтоек». Нравится Хагард. Копи царя Соломона, Клеопатра. То есть, в общем-то, разнообразие. Чтобы какой-то определенной... Нет, ну, люблю читать именно то, что когда-то читала.
Спасибо. Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые гости, зрители, что очень много людей нам пишут, называют Эрих Мария Ремарк «Три товарища». Эта книга просто пронизана нежностью. «Поющие в терновнике», «Булгаков мастер и Маргарита», «Гарри Поттер мастер и Маргарита», «Библия, потому что слово Бога», пишет Елизавета. Разные-разные ответы. Уважаемые телезрители, пожалуйста, пишите нам в Вайбер, номер вы видите на экранах, и сообщайте, какая книга ваша самая любимая и как вы научились читать. Ну и не забывайте отвечать на вопрос, который в самом начале программы задала Светлана Крылова об этом агрегате, который сегодня у нас в студии. Светлана, кстати, слушаем очередной ответ телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствуем вас. Вас зовут? Юрий. Абсолютно точно. Как называется этот агрегат, который занял, вот который прям за мной находится, который... Вы очень хорошую подсказку дали, потому что предшественник сервиса и называется ротатор. Ротатор. Спасибо, спасибо. Ну что ж, это правильный ответ, да, Светлана? Да, да. Я только не услышала, как зовут нашего телезрителя. Юрий. Я поняла. Юрий, я хочу сказать, что вот эта книга, замечательная книга из серии «Особы» Владимир Липский с автографом автора, она ваша, Юрий. Спасибо. Всего хорошего. Ну что ж, Светлана, я думаю, еще время осталось, поэтому можно еще один вопрос от Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина задать, пожалуйста. Я думаю, сейчас вот как раз Кирилл скажет. Вот, в второй половине 19 века в Гомеле отметился ростом социально-экономического положения, открытием большого количества библиотек при учебных заведениях. А вот вопрос. Какая была библиотека первая, частная, публичная? Кому она принадлежала и где она находилась? Назовите первую частную публичную библиотеку Гомеля, кому она принадлежала и где она находилась. И, пожалуйста, Кирилл, озвучьте подарок тому человеку, который правильно ответит на этот вопрос. Победитель, кто ответит правильно на вопрос, он сможет бесплатно записаться в Гомельскую областную универсальную библиотеку, посетить экскурсии музея редкой книги не один, а вместе со своей семьей и друзьями, а также посетить мемориальную комнату Андрея Макаёнка в Гомельской областной универсальной библиотеке. Прекрасный, прекрасный подарок. Спасибо. Мы продолжаем разговор в этой студии. Дорогие друзья, я хочу представить вам гостей. Руководитель клуба интеллектуальных игр «Белая рысь», обладатель «Хрустальной совы», лауреат премии Международной ассоциации клубов «Что, где, когда» в номинации «За вклад в развитие движения «Что, где, когда»» Леонид Климович. Аплодисменты. Ну и, как мы всегда представляем, друг телерадиокомпании «Гомель», наш уважаемый эксперт телевикторины «Размовляем по-белорусски», преподаватель белорусского языка и литературы, поэт Святослав Крупенько. Ваши аплодисменты. Именно к вам, уважаемые мудрейшие, хочу обратиться. В чем особенность популярных книг, взрослых и детских? Почему некоторые книги зачитываются до дыр, а некоторые стоят без, ну, не востребованы? Там. Я к вам. Ну, я, поскольку наставник родной мовы литературы, то это питание и одночасово, и достаточно легкое, и достаточно складанное. Соправды, теперь дети стали читать мало. Ну, чомусь вот так отбывается, что ты программные творы, которые пропонує министерство, читать не хочет, а читают то, ну, что неде популярно, неде почу, вот в интернете обмерковывается. Вот это я хочу почитать. А коли уже программа обовязковая, то читать не хочется. Ну, Светлана и сказала, что есть модные, просто модные книги, так, да? Да, спасибо. А Леонид что скажет? Понимаете, Лен, если бы я знал ответ на этот вопрос, вот, я был бы либо великим писателем, либо великим продавцом книг. Вот, тайна, почему
одна книга читается, раскупается. Причем разными людьми. Может быть, а другая просто оседает на полках в библиотеке или вообще в книжных магазинах идет в макулатуру. Все тайны великие есть. Тут и талант, тут и, что называется, мода, тут и множество факторов, которых нельзя учесть. Ну, помните сами эту странную знаменитую историю, когда Дж.Р.Р. Толкина с его великой трилогией «Средиземье» сколько раз пнули в издательствах. То же самое случилось и с книгами про Гарри Поттера, с первой книгой. Сколько издательств обошла Джоан Роулин, пока в нее поверили, и потом уже пошла под Терромания. Тут не угадаешь. Спасибо, Леонид. Но я все-таки думаю, что, отвечая на этот вопрос, вы и сказав, что если бы я знал все ответы, вы немножко лукавили, потому что вы действительно знаете ответы на все вопросы. Ну, может быть, это мой такой вам комплимент. Спасибо, Леонид. Есть у нас ответ на вопрос, ну, скажем так, проба телезрительская. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Вас зовут? Оксана. Оксана, очень приятно. Какая ваша любимая книга? Мне забыла название. Вы мне так в лоб сразу. Сейчас, подождите, я вам покажу сейчас. Я ее как раз читаю. Вы ее читаете? Так. Она мне очень нравится. Это Пауло Коэльо. «На берегу Рио Пьедро». Села я и заплакала, да, называется так. Спасибо, Оксана. Ну, теперь давайте ответ на вопрос. Кирилл, мы повторим. Назовите, пожалуйста, первую частную публичную библиотеку Гомеля. Кому она принадлежала и где находилась? Гомеля? Гомеля. Гомеля. А, ну это может быть Паскевичем она принадлежала. И... Так, так. Первая часть. Румянцеву Паскевичу. Нет, подождите, тут Румянцеву или Паскевичу? Паскевичу, наверное. Так, а где она находилась? А где находилась? Ну где? У них во дворце. Во дворце, тепло. Дальше, думайте, у нас же три части дворца. Центральная часть. Центральная. Центральная, вы думаете? Ну, наверное. А вы часто бываете в музее? Ну, бывает, да. А там есть места, где хранить книги? Нет, они сейчас, я знаю, хранятся в нашей библиотеке Ленина. Так, ну не, да-да-да, но в те времена, во времена Паскевича. А, в башне. Ну вот же, сокровищница, конечно, трофеи и книги хранились в башне. Засчитываем, Светлана? Засчитываем и ждем. Так, Оксана ответила на... вопрос. Да. Так, Оксана, оставьте, пожалуйста, номер вашего телефона. Именно вы становитесь обладателем бесплатного читательского билета, экскурсии по музею с семьей или друзьями и посещение комнаты Андрея Макаренко. Спасибо большое, Светлана. Но, уважаемые телезрители, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что Леонид Климович, который сегодня присутствует в нашей студии, тоже подготовил вопрос. Леонид, давайте. Уже? Да. Прямо так? Да. Хорошо. Итак, вопрос. Дело в том, что в монастырях зимой освобождали от участия в службах дневных некоторых монахов. Внимание, вопрос. А чем занимались эти монахи? Время? Все по правилам игры «Что, где, когда». Спасибо. Ну, дорогие друзья, я же не могу не попросить Леонида показать приз, который достанется тому, кто правильно ответит на этот вопрос. Ну, приз очень простой. В издательстве «Барк» вот в этом году вышла моя книжка «Легенды и мифы нескучного сада». Вот. С такой непростой судьбой книжечка. Ну, это пристрастные мемуары «Что, где, когда». Редакторский подзаголовок. Ну, что за игра, ее история, откуда берутся вопросы, как попадают туда деньги нескучного сада, естественно. То есть тот, кого интересует история этой великой игры, ради бога, покупайте, читайте. Мне кажется, Леонид, что этой игрой интересуется не просто там
взрослые, ее знают все, от мала до велика. Поэтому эта книга просто обязана разлетаться, как горячие пирожки. И вот тот человек, который правильно ответит на вопрос Леонида Климовича, он получит не только книгу в подарок, получит книгу с автографом, уважаемые телезрители. Леонид, я вот и хочу спросить, с какого возраста вы не только читатель, но и писатель? С 55 лет. Ну, это первая книга, которая вышла в нормальном издательстве, в нормальном переплете. Так, мне сложно реагировать на слова «нормальное издательство» и так далее. Но я знаю, что были какие-то интереснейшие методички, были, в конце концов, стихи. Понимаете, Елена, писателям очень трудно назвать человека, который не издается. А это графомания, вот обыкновенная. Так что писатель – это тот, кто издает книги, а вот их покупает и так далее, и так далее. Я себя писателем назвать могу только вот пока вот после этой книги. Я поняла. Леонид, слушаем телезрителя. Они сегодня очень активны. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас зовут? Галина. Галина, очень приятно. Скажите, пожалуйста, какая ваша любимая книга? Моя любимая книга, я уже говорила вам на первый вопрос ответить. А, это вы. Это книга Владимира Степановича Липского «Мама, молитва сына». Спасибо. Извините, Галина, но очень сложно идентифицировать зрителей по голосам, если бы мы хотя бы видели, поэтому простите, что я не узнала вас сразу. Галина, но вы хотите ответить на вопрос Леонида Климовича или на первый вопрос? Хочу ответить на вопрос Климовича. Климовича, давайте. Итак, чем монахи, занимались монахи? Которые освобождались в зимнее время от работ, занимались чтением книг, молитвами занимались и переписыванием, потому что монахи были первые летописцы в церквах, Леонид, в монастырях. Спасибо, будьте на связи. Леонид, есть ли у вас вопросы к Галине? Галина дала 4 разных ответа. Вот я очень бы хотел, чтобы она выбрала один. То есть первый у нее ответ был: они освобождали работу для чтения, второй – для молитв, третий – для переписывания книг, четвертый – для написания летописей. Что-нибудь одно. Галина, представьте себя в элитарном клубе и выберите один из четырех. Время. Один из четырех ответов, да? Да. Ну, скорее всего, наверное, переписыванием. Переписыванием занимались в монастырях. Так, послушаем, что скажет наш... Зимой световой день очень небольшой, и нужно было монахам, именно переписчикам, дать время для выполнения их духовного подвига. Это правильный ответ, спасибо. Галина, спасибо вам большое. Теперь Леонид знает, кому подписать книгу. Оставьте ваш номер телефона и заберете ваш подарок. Спасибо вам за ваши знания, спасибо вам за любовь к литературе. Я хотела задать вот такой вопрос. Есть такой вид книг, как комиксы. Они очень популярны сейчас. Давайте у нашего Федора спросим. Федор, нравятся тебе комиксы? Да. Вот, нравится, говорит. Можно ли вообще это считать полноценной литературой? Комиксы, с одной стороны, это, конечно же, литературу считать тяжело, так как там соединено как графическое начало, так и литературное. Но, с другой стороны, они все равно повествуют о чем-то, о событиях. И сейчас культура комиксов у нас приобретает большую популярность. В западных странах этой культуре уже многие десятки лет. Сейчас именно комиксы, они не только детские, они рассчитаны на разные возраста. Кроме того, есть даже целые научные труды как о комиксах, так и в комиксах. Например, история всемирная в комиксах. Это очень здорово. Кирилл, вы с такой любовью говорите об этом. Наверняка это ваша любимая литература. Да, честно говоря, мне нравится читать комиксы. Это хорошее времяпрепровождение. А я спрошу у Леонида, а ему нравятся комиксы?
Ой, я уже большой мальчик, Лена. Я как-то вот толстые книжки уже читаю без картинок. Я поняла. Что обязательно находится на вашем столе, скажем, Ой, на моем рабочем столе находится бардак регулярно. Книжный бардак. В том числе и книжный, потому что у меня слева вечно лежит гора необработанных журналов, книжек, вернее, размеченных, но необработанных, потому что надо писать вопросы, надо искать темы для игр. Так что вот завалено хорошо. Леонид, ну я вот еще хотела спросить о книге «Легенды и мифы нескучного сада». Очень интересно. Вообще, Леонид Климович может ли беспристрастно о чем-то рассказывать? Самый азартный игрок элитарного клуба «Что, где, когда»? Понимаете, в чем дело? Когда человек начинает о чем-то рассказывать беспристрастно, его никто не слушает и никто не читает. Потому что любая более-менее приличная литература – это когда человек что-то пропускает через себя. Вот и все. То есть здесь все пропущено через себя, коль это пристрастные мемуары. А почему мемуарами вы это назвали? А потому что это придумала замечательная женщина, Нина Александровна Березовская, редактор издательства «Барк», в котором книжка, собственно, и вышла. Вот это ее идея, это ее мысль для продвижения. Но, на самом деле, нужно было обозначить как-то тему сразу, потому что не скучный сад, не все знают, что это такое. Сразу нужно было четко обозначить тему, нужно обозначить было жанр, чтобы человек, глянув на обложку, сразу понял, что ему предстоит. Брать, не брать, читать, не читать. Брать и читать. Будем надеяться. Абсолютно точно. Дорогие друзья, я хочу сказать, что сегодня вы не останетесь без интересной информации, без душевных песен в исполнении ансамбля «Ветковчанка». Вы сегодня сможете написать мини-диктант, чтобы проверить свой уровень грамотности. Поэтому дождитесь нас сразу после рекламы.
Дорогие друзья, это «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы поем и говорим о книгах. Наталья, я хочу задать вам такой вопрос. Вот актеры мечтают о несыгранных ролях. Ну, а вокалисты, наверное, об неисполненных песнях. Скажите, пожалуйста, какую песню хотели бы исполнить, разучить, ну, не знаю, на широкой публике? Конкретно я не буду говорить конкретно какой песни, но у нас есть толчок, с которой мы хотим начать. Мы уже пели песню «Ретро» и «Опять во дворе», и у нас есть такая задумка сделать песню «Ретро». Вот. Песню «Ретро» сделать еще попурри. Песни «Ретро». Попурри у нас есть, попурри на белорусских народных песен. А это мы хотим вот прямо серию песен «Ретро» сделать, чтобы у нас была концертная программа из песен «Ретро». Ну что ж, успехов вам, чтобы все задумки были реализованы. Кстати, дорогие друзья, Наталья рассказала о песнях, а Святослав Крупенько предлагает о песнях написать. Кстати, давно ли вы, Наталья, Леонид, писали диктанты? Давненько. Давненько. Наталья? Давненько. Давненько. Так вот, предыстория. В апреле тотальный диктант написали более чем в 1000 городов 76 стран мира. В Гомеле свою грамотность тотально проверяли уже третий раз подряд. 3 апреля. Я не ошибаюсь, Святослав Геннадьевич, правильно? Все так. Происходило это на двух площадках. В Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины и в средней школе номер 42. Накануне дня славянской письменности мы предлагаем вам проверить ваш белорусский язык. Святослав Крупенько подготовил небольшой отрывок для мини-диктанта «Доброго вечера». Святослав Геннадьевич, проходите, пожалуйста, в серединку, пока вы готовитесь диктовать. Я раздаю планшеты. Леонид, пожалуйста, ручка есть. Так, пожалуйста, берите желающие Федору планшет и ручку. Девочки, разбирайте. Пожалуйста, ручки. Так, и вам. Так. Святослав Геннадьевич, я еще не подготовилась. Можно. Поважанные телеглядачи, поважанные гости у студии. Ну, диктант, это может быть не диктант, только один сказ с текста, который належит выдатному нашему Григору Романовичу Ширму. Я думаю, все такое не ведают. Славутый мастацкий керовник Академической державной хоровой капеллы, и наносит его имя. Выдатный фольклорист, збиральник народных песен. Покольки песня у нас сегодня гучит, вот с его публицистичного твора я прочитаю только один сказ. Я так разумею, все подрыхтовались. Наши телеглядачи так само, шановные гости, будем писать. Итак, я читаю сказ. Калі ласка, мы записываем адразу? Не, вы пакуль послухаете, закон так, такий. Слухаем, потом пишем. Дзе б не быў чалавек, дзе б ён не хадзіў, дзе б не ездзіў, а заўсёды ў яго сэрцы жыве родная мелодыя, як успамін аб той зямлі, што ўзгадавала яго і дала ў далёкую дарогу найцудоўнейшы скарб за душэўныя беларускія песни. Зразумела. Шановные телеглядачи, ці усе падрыхтавалі ручки и паперу для написания гэтага цудоўнага сказа аўтарства Рыгора Шырмы. Я спадзяюся, усе. Святослав Геннадьевич, як мінімум мы тут у студыі падрыхтаваны. Все падрыхтаваліся, і таму пішам. Цяпер пішам. Дзе б не быў чалавек. Дзе б ён не хадзіў, дзе б не ездзіў, а заўсёды ў яго сэрцы жыве родная мелодыя, як успамін аб той зямлі, што узгадавала яго
И дала у далекую дорогу. Шановные, не забывайтеся на уне складовая и коски. Что узгадавала его и дала у далекую дорогу найцудовнейший скарб. Найцудовнейший скарб, ну и что за скарб? Задушевные белорусские песни. Задушевные белорусские, Песни. Конец сказа. Все справились. Тогда я повторяю. Увага. Проверяем. Где б ни был человек, где б он не ходил, где б ни ездил, а завсёды у его сердца живе родная мелодия, як успамин об той земли, что узгадавала его и дала в далекую дорогу найцудовнейший скарб за душевные белорусские песни. Шановные удельники, вы можете проверять, ну а наши телеглядачи могут проверить свои веды с допомогой того малюнка, який зараз выведен на экран наш режиссер Виктория Калиласка. Проверяем помылки. Святослав Геннадьевич, кольки вы нам дозволяете зробить помылок у гэтым сказе? У гэтым сказе, у гэтый амаль святочный день. Ну, давайте две. Две? Две на такую настановчую. А я думала, вы скажете неводной. Ну, неводной это было вельми хорошо. Але сказ, я вам скажу, достатково тяжки. Тут помылок можно допустить. Так, Святослав Геннадьевич, я вам на проверку свой сказ даю. Вы поглядите, коли ласка. Так, зараз. А все остатние проверяют. Покуль проверяюць, яшчэ мое пытанне такое. А вось колькі б вы дозволили вучням сярэдняй школы зрабіць помылок тут? Тут, пэўна, неводнай, так? Ну, безумоўна, каб написать на десятку, помылок рабіць нельга ўвогуле. Але там для кожнага класа свае ёсць патрабаванні, свае аб'ёмы тэксту. Ну, а колькасць помылок, яна ўсё роўна аднолькавая. 10 балов, это коли помылок нема. Нема увогуле. Нема увогуле, так. И, ну, только маленечко там выправление. 9 балов дозволяется не грубая помылка, або одно-два выправления на, не на месте орфограмм. И только коли одна помылка пунктуационная, орфографичная, это только 8 балов. 2 помылки 7, 3 помылки 6, 4, 5. Но я думаю, что ниже уже можно нести. Я зрозумела. Вы отчуваете, какое у нас тут оживление у нашей студии? Ну, все проверили помыл. И ни в одной помылки не знайшли. Помылок не Федор, кольки помылок? Нема у вогуля? Не поспел все написать. Ай, но пэл на то, что поспел, там ноль помылок, так? Три помылочки. Ну, ничего страшного. Ты у яким классе, до речи, учишься? У третьем классе. Ну, для третьего класса мы дозволяем не долечиться косок. Но я так разумею по усмешках, радостных усмешках, что никто помылок не зробил. Так, девчата? Лена, могу так. Вас обрадовать, у вас помылок нема. Ой, ставлю ну вам выдатно. Дякую. Дякую, Святослав Геннадьевич. Скажите, коли ласка, Леонид, какие... Я уже и по-белоруску, и по-руску. Какие словники ваши самые любимые? Какие энциклопеды читаете? Господи, ну, на рабочих полках РБС знаменитый, русско-белорусский словарь, обратный русско-белорусский словарь. Но энциклопедии море. Сколько тем, начиная от истории религии, заканчивая знаменитой «Авантой плюс» для детей. Работаешь с детьми, должен знать, что знают дети. Ну, я думаю, что ваш пример сегодня послужит очень хорошим, ну, скажем так, это будет эталон для подрастающего поколения, к чему нужно стремиться, какие книги читать, сколько читать и, собственно, как формировать свое мировоззрение. Спасибо вам большое. Жизнь не стоит на месте, и хотя в последнее время мы стали меньше читать, а письма пишем исключительно в электронном виде, не следует забывать, что грамотность определяет уровень развития и культуры человека. Ну а эти качества ценились всегда и везде. Добрый вечер, Гомель, и я, ведущая Елена Троценко, прощаемся с вами до следующей встречи. До свидания.